Давайте полистаем новый каталог Oriflame. 10-й каталог. Это Oriflame Латвия, который будет действовать с 28 июня по 18 июля. Давайте же посмотрим, что же у нас тут интересного. Здесь нам предлагают, покупая в этом каталоге на общую сумму, так, держись, на общую сумму 20 евро, и в следующем каталоге можешь приобрести крем предотвращающий старение только за 12,99. Ну, не знаю, насколько это выгодно. И у нас новинка, у нас тендер новый. Это у нас с яблоком, значит, я так понимаю. Можно потереть. Ой, какой нежный аромат яблочка. Да, кстати, действительно они классные. У меня один есть, и он очень хорошо помогает, смягчает. И да, вообще шикарная вещь. Но только у меня так быстро он не уходит, поэтому новинку я навряд ли буду брать. Дальше у нас также новинка, новинка аромата мужского. И при покупке этого аромата бесплатно можно приобрести желе увлажняющее мужское. А здесь у нас в нотах черный перец. Шиповник, ну что, роза с шипами. Аккорд розы с шипами. И аккорд березы какой-то, которая у нас получается как бы растет, а не как обычная, а которая свисающая как будто как-то. Это как-то так. В общем, не знаю, по страничке мне этот аромат не очень зашел. Не знаю, вообще мужские ароматы я-то и не очень-то люблю. Здесь также у нас новинка. Новинка при покупке в этом каталоге на 20 евро. Можно за 29,99 приобрести вот такой вот холодильник, что ли. Косметичка, это понятно будет. А это что у нас? Да, у нас рюкзак с охлаждающей ячейкой вот такой вот внизу. Ну, как будто поедешь на море, можешь туда вниз положить, не знаю, там что-нибудь, чтобы было охлажденное. Посмотрим. Вот опять же интересный наборчик нам предлагают. Здесь у нас идет маска для, а это у нас скраб для волос, маска для лица, крем для ног, дезодорант и мыло за 10,99. Здесь ничего, здесь все так же само. Декоративочка, лаки всякие разные идут. Так. Вот у нас идет ароматы, можно потрогать. Не знаю, у меня нет никаких ароматов из этой линейки. Мистер Джордани за 20 евро. А это у нас дезодоранты мужские и женские, каждый по 2,99. В принципе, неплохие, но у них слишком большая дозация. Мне не очень понравились, я брать себе точно не буду. Так, здесь у нас кремушки. Ваунт линейка. Ну, как бы я не очень даже смотрю, могу сейчас понять на некоторые продукты, какие цены, поднялись ли, не поднялись ли. Туши. Ну, в принципе, вот хорошая тушь. Я верхние реснички крашу, и очень красиво. Эффект такой прекрасный. Так, что тут у нас еще такого? Новиночек, конечно, я так понимаю, мало. Вот это у меня есть, кстати, прикольненькое. Если покупаешь какую-то декоративную косметику в этом каталоге, то вот этот вот, получается, спрей для тела в Potion Blossom Kiss получится за 5,49. Этого аромата у меня тоже нету, но... Я не очень еще знакома с ароматами Oriflame. Какие-то у меня есть. Вот Lucia Bright Aura, например. Но цена 19 евро. Ну, жалко, что вот Oriflame не придумали очки авиатор стиль, как бы, чтобы по всем был. Так, что это у нас какой-то? Cyber Together.
Не знаю, что это за аромат, не знакомо также. Так. И вот тут скидки начинаются. Крема для рук, ну, то есть для тела. 6 евро, вот этот вот Дейзик за 4,75. Это вот новые ароматы, и также на них акция при покупке двух. Новейдж. Повторюсь, мне эта линейка не зашла. Поэтому я даже не смотрю. Вот это, кстати, классная штучка. Маски снимать и просто лицо чистить. Мне понравилось. Я все смотрю вот на это вот. Они, которые используются повторно. 5,99, но тут две штуки в комплекте. Ватки две. Я понимаю, что как бы, не знаю, в общем, я не готова. Опять эта линейка для тела. Полотенце за 21 евро. Тут тоже как будто бы наборчик какой-то еще тут. Так, здесь у нас маски для лица. Это все для лица теперь перенесли в этот. А wellness у нас пошли. Скидку дает при покупке двух. Так, а что тут у нас? Опять абонемент. Опять запустили абонементы. В какой-то момент их не было у нас. Так. Это не новиночки. Это такие как бы... Вот этот кремушек, он, простой. Он получается с миндальным маслом и Е-витамином. Вот чем это значит у нас пахло. Так, вот эти вот новиночки классные, которые очень вкусно пахнут. А вот тут у нас с манго и папайей. А здесь уже скидочки идут на каждый продукт по какой-то определенной цене, но молоко кусковое как бы и так в наборе пришлось взять. Ну да ладно. Так, Love Nature. Сюда. А для ножек. Для мужчин. И вот у нас мега предложение за 14,99 аромат. И также тут у нас только лучшее предложение. Это мыло для рук за евро 99. Крем для рук 2,49. И душ-гель. Душ-крем. За 4,49. Я как бы мнение свое не поменяла. Для меня как-то особо не зашел этот каталог. Не знаю, будут ли клиенты что-нибудь заказывать. Так что спасибо за внимание и пока-пока.